Ну вот, можно и поиграть теперь. Нормальный режим. Жесть. Что-то как-то непривычно аж стало. Боец CC. CC боец. Блин, а может X2 сыграть? Тут прям нормально как-то залетает. Двоечки. Вот X2 прицел еще универсальнее, чем коллиматор. Не знаю, как по мне. Прям нормально. X2 прям приятненько играется. Попробую сегодня с X2 поиграть. Кстати, это давно заметил уже. По идее. Если еще ставить упор под палец, то ты прям моментально в прицел входишь. В двоечки. Прям шикарно можно пострелять. У меня еще тут должны быть люди, по идее. Это в стороне ангаров. Я не вижу никого. Вот таким сетапом сыграть. И еще дульник найти, и все. Будет прям шик. А, не вижу никого, да? А вот увидел. Что, тебе может молик зашвырнуть вот такой? Третья броня его спасла. Чуть-чуть. Так, ну и что, и все туда получается? Больше нет никого. Я ошибся. И
Еще парнишка. Где окно разбитое? С балкона стрелял. Окон нет разбитых. Вот так вот, да, играешь? Что ж, я тебя сейчас быстро забайчу. Сейчас он побежит, как не в себя, и умрет. С умом надо играть. Так, ну и сейчас я надеюсь, что это все. 4 фрага, слиповки. Ну, норм пойдет. Думаю, пойдет. Привет всем, ребят, привет. Ну что, мы, может, сразу сюда тогда заедем? Туда наверняка народ захочет. Где-то в музее стреляет, да? Да. Ну, там болтовочка у него. А есть вариант вот прям сразу заехать просто сюда? Вот так вот. Нет. Слушайте, так он и не здесь. Он вообще на шелтере. Этот мужик на шелтере. Ой-ой-ой. Что с ним? Шачок заберу. Разочек выстрелил и все. Перестал стрелять. Тут два трупика каких-то. А, вон там чел у тачки. Был. Мотоцикл через меня. Или не через меня? Ну, зона прям я запредиктил нормально.
Зона прям тут. Это хорошо. Так, а тачка у меня где-то здесь, да, была? Еще тачка едет одна. Ладно, как будто бы пусть едут. Не буду ни за кем гоняться. Я партнер, да? Сейчас вам расскажу, как на крыше сюда сразу летать. Короче, вот так разгоняетесь. И прям по центру вот так едете. Вот так вот херяк. И сразу же парашют открываете. И обрезаете. И вы на крыше. Чел, да, топает тут. Послышалось. Может. Тут... без скина. Точнее, скин на этот... на рюкзак. А, чел на крыше. Ладно. Понял. Мне надо прям жестко хаешкой попасть. Если что. Вот сюда в окно. Это он зря так вообще быканул. Он хорошо попадал на самом деле, но потом что-то как будто зря. Два типа бегут. Недолет конкретный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально прям залетело по нему. 600 метров, блин. Ник, забери, пожалуйста. Хорошо залетело. Да, лезем. А куда мы лезем-то? Куда лезем? Молодой человек. Так, у меня тут хае закидывают. И тачка едет через меня. Да, я тебя тоже люблю. А хаешку куда закидывали? А, вон чел. Все, побегай к маме. Целый день мы с тобой сегодня. Так, а у нас зона... Ну, походу здесь отыгрываем.
Я, наверное, не буду прям торопиться вперед. Лучше, наверное, не надо, да? Сыграть нормально. Смотрю, сзади как раз, ребят. Спасибо большое. Челлендж. ВСС плюс бизон 15 кило в топ-1. 3К. Биб, спасибо большое. Спасибо за 500 рублей. Давай, давай сделаем. Давай. Спасибо, спасибо большое. Ник, забери, пожалуйста. Так, а зона вообще интересная на самом деле. Так, надо, короче, похилиться. Мне нагорячил. Я не могу так. Я не могу так. Подождите секунду. Давай. Иди к маме, пожалуйста. Иди. Мы сегодня целый день с тобой, реально. Маме на очередь с тобой быть. Глайдер летит, а это плохо. Но мне надо в дома в эти въезжать. Очевидно. Не смог. Не смог. Нельзя, нельзя, Ник. Где Драгунов? Где-то в поле был. А, увидел. Тут много машин. На самом деле. Этот еще не хочет, да, идти сюда? Глайдер хочу сбить. А, у меня и зоны еще нет, да? Давай, мы с тобой в зоне встретимся, мужик. А, у него тачка, но вот он будет в тачку садиться наверняка, я уверен. Так, вы этого не видели, чат. Этого вы не видели.
Это чисто закрыть глаза и не смотреть, чтоб я в него заспрейл просто и все. Не, с X2 вообще четко спреится. Мне нравится. 20 секунд зона пойдет. Я буду ждать. Я не буду подставляться. Оттуда еще ребята пойдут. А глайдер просто по-хорошему сломать, чтобы он не летал, и все. Попал один раз. Два. Он его убивает, но он умирает. Это факт. Это чел оттуда, да, приехал, по-моему? То есть тут у меня в теории никого не должно больше быть. Да. О, у меня зона вообще шикарная просто. Три типа осталось. Один там и один слева. Ну все, все про всех знаю. Гарики, скорее всего, один. Где-то тусуется. Да, видел, мелькнуло. Могу ошибаться. Но, по-моему, мне не показалось. Думаю, сейчас дроп упадет. И мне будет сложнее. А этот чел просто по опену решил побегать. Но он тоже умирает. Все. Выиграли. Уф, хорошо. Вот такая вот каточка с X2 прицелом, нормально. Правда, я больше, наверное, с МКшки тут поубивал, но тем не менее, неплохо получилось. Хорошо. Отличная каточка получилась, бодрая. 1700 урона, прям бодро-бодро.